Всем привет, друзья! Поиграем сегодня в игру Railroad, и это режим расписания, то есть карты с расписанием, или режим диспетчера, как я его называю. Бывает еще режим, когда надо строить самому вот эти вот пути, это такой творческий режим, называется он бесконечная карта. На самом деле она не бесконечная, то есть какие-то там есть заготовки, и между ними надо строить пути. Но вот в данной карте нам нужно быть диспетчером и нужно провести 25 поездов по вот этим вот всем линиям. Но давайте я поясню, что здесь что на схеме. То есть есть у нас станции, да, у них есть платформы, они все пронумерованы. Есть у нас стрелки, которые можно переводить. Есть у нас ручные сигналы или семафоры, да, мы их можем открывать или закрывать. И есть автоматические, которые строят сразу путь, проводят автоматически. При этом они могут иметь как бы у себя память. То есть их можно несколько путей сразу задать, и они будут маршрутизировать автоматически. То есть вот один путь прошел, второй путь запомнился тоже. То есть и поезда будут ехать, ну, согласно вот этому вот стеку, да, который мы зададим в этих сигналах. Вот, и, собственно, сами пути, и на путях еще бывают вот такие вот пунктирные участки, ограниченные тоже сигналами. Это длинный перегон, да, длинный участок пути. Каждая такая клеточка пунктира, это примерно как 10 клеточек обычных. Вот, и здесь у нас мигают уже станции, это значит, что на них есть поезда, которые готовы к выходу. Так. Вот здесь вот у нас поезд. Он должен проезжать у нас через в Industrial Spur. В Industrial Spur можно попасть только нижним путем. Поэтому мы ему открываем этот путь. Этот поезд стоит. И пока он стоит, ему минуту 37 стоять. И по расписанию на станции сейчас будет еще один поезд, который проедет вперед. То есть он проезжает на Рунов 2. То есть это скоростной поезд. Да, его не надо останавливать, то есть он все время должен быстро лететь. Так, он выйдет у нас на второй платформе, вот с этой. Можно сразу задать ему маршрут. Iron Falls. Вот здесь выходит еще один поезд. Он едет на Grey Dam 1. Ну, его можно, наверное, сразу следом выпускать. Здесь пока вот в начале этой карты играть легко. Под конец тут просто начинается жесть какая-то. И одна ошибка, и она приводит просто к тому, что все ломается, все расписания слетают. Вот я один раз прошел эту карту, и у меня был рейтинг 81% эффективности. Сейчас для меня еще персональный челлендж, то есть сделать лучше. И вот если в начале карты все такое, ну, как бы такое неспешное, плавное, можно даже скорость увеличить в игре. Так, Crossfield 3. Он едет на Runoff 3. Эдин Ярд 1. Так, этот поехал. Runoff 4 ему надо. Вот так вот пускай выезжает. Так, этот поезд, Grey Dam 2 идет, да? Его можно сразу пропустить вот до вот этого вот семафора. И здесь он подождет, пока вот этот проедет. Так, этот дальше идет на Crossfield 2, его мы открываем. Как бы вот пока 5 поездов на карте, 6, да? Не так сложно. Так, еще один хочет в Iron Falls 2 попасть.
Его пропустим через шестую. Так. А здесь все хорошо, кроме того, что вот этот идет на грейдам на 1, тут надо будет стрелку перевести. Ускорим немножко время. Так, пропустим сначала, может быть, вот этот тогда. Так, здесь все едет. Так, это долго будет стоять? Да, это будет долго тут стоять. Так, вот этот поезд идет грейдам на один. Для него мы открываем маршрут. Так, этот идет на без разницы куда, поэтому мы его пропускаем на грейдам 2. И этот второй тоже идет без разницы куда, поэтому пускай тоже едет на грейдам 2. Но не знаю, стоит ли их прямо один за одним пропускать. Так, этот еще не скоро отправляется. А вот этому-то надо быстро там быть. Да, его надо было вперед пропускать все-таки. Что-то я тут явно ошибся. Руну в 5. Надо было, да, вот этот поезд. Даже непонятно, могу я его сейчас выпустить или нет. Ведь этот дальше надо пропускать на 1 ярд. Ну да, наверное, могу уже. Все равно тут довольно длинная дистанция. Так, еще один на 1 ярд. И он должен попасть в Industrial Spar. Так, этот идет Crossfall 4. Iron Falls 2, да, пускай проезжает, хотя нет, пока закроем. Пока закроем. Так, этот поезд идет West Creek 3. Да, вот здесь будет опасное место, что они могут в этом, на этом переезде состыкаться. Так, здесь у нас что? Да, здесь пропускаем сначала этот. Этот может проехать. Потом выпускаем этот. Узкое тут место, да, один путь.
Так, вот все довольно долго стоят. У всех большие временные интервалы, кто на станциях. Так, а этот идет с остановкой или без? Может, тогда вот эту тоже выпустить? Да, пусть идет следом, а этот еще только через минуту поедет. Если что, подождет немножко, коли я тут нарушил немножко порядок, то пусть едут как едут. Так, Ранов 5, а там пока занято. Ранов 5 в 11 минут, а этот в 12. Так, а куда ему? На ярд. Порядок поменял у составов, то есть этот первый поедет. А, этот пока не хочет выезжать, да, еще? У него еще есть время. А, ну тогда все-таки вот этот сначала пропускаем. А этому надо попасть на один ярд один. Все, тут открыто. Так, Кроссвилл. Кроссвилл один. Ага, и это летит суперскоростной. Тогда вот этот отменяем. И он на первый путь, как я понимаю, да. Да, вот тут начались задержки уже. Так, Iron Falls 2. Ну, тут, наверное, можно выпускать. Наверное, проведем их. Тут не должно быть проблем. Так, этот пошел. Этот на... Вот сюда пусть идет пока. Так, Industrial Spur. Вот здесь сложная схема, поэтому надо думать, куда его выпустить. Ну ладно, пока принимаем. Iron Falls любая. Пусть пока так будет. Так, здесь идет скоростной. Этот идет на пятый. Ранов 5. Так, этот идет на рунов 4. Вот сейчас как раз начинается тот момент, когда уже жестко, когда много поездов на карте. Так, West Creek 1. Ну, я отмечу, да, но он будет в хвосте. Хвосте вот этого медленного.
Ну, правда, он еще минуту стоит. Так что нормально здесь проедут. Так, здесь тогда вот этот пропускаем на рунов 4. Ну, пока вот так вот, до вот этого вот сигнала. Или что, когда он стартует? В 14 минут, да? Ну, успеет, да, я думаю. Так, поехал вот этот. Этот немножко подождет. Iron Falls любая. Ну, его, наверное, можно запускать тоже в тоннель. Все, тут все нормально. Вроде без коллизий, без всяких проезжает. Так, этому надо попасть в Industrial Spur вовремя. Очень важно его быстро запустить. Так, этот идет Кроссвелл 2. Все, запускаем. Так, что этот едет, не едет? Так-то они тут довольно близко. Если сейчас этот не успеет проехать, можно тут их столкнуть случайно. Чего бы крайне не хотелось. Ну, кстати, штраф за торможение на сигнале дают, даже если ты не открыл им сразу путь. То есть, когда выпускаешь на вокзал, если вдруг сигнал закрытый, то сразу штраф прилетает. Так, здесь Iron Falls 2. Да, открываем. Здесь Iron Falls любая. Можно, наверное, и на первую. Ух ты. А вот этот вот нельзя тормозить, да? Ну что ж, все равно какие-то штрафы будут, походу. Без штрафов полностью я не могу тут эту карту пройти. Так, ярд любая, runoff 3, west click 1. Что у нас здесь? 21 минута, да, отправляется. Так, ну ладно, принимаем. Runoff 3. Поезд идет медленно. Грейн дам на 1, Iron Falls 2. Здесь можно выпускать. Так, здесь у нас тоннель, здесь все хорошо. Iron Falls любая. Пускай тоже проходит во вторую тогда. Да, за этот мы заплатим штрафы. Вест Клин 2.
Так, он идет Runoff любая. Iron Falls любая. Его нужно вот за этим выпускать. Но я бы тут сначала провел вот этот поезд. Так, этот поезд Runoff 5 идет дальше на Кроссвелл 4. С него надо разворачивать, что ли? Да, сейчас получим еще один штраф за торможение на сигнале, но... А, нет, не получим, у него же тут по расписанию, да? По расписанию он стоит. Нет, тогда, может быть, все хорошо будет. Тогда и этот успеет, и следующий мы пропустим. Так, этот дальше идет на Кроссвелл 2. Любая. Вест Клинг 2, да, идет. Так. Ярд любая, Runoff любая. Кроссвелл 3. Ну вот, а маршрут-то занят тут весь этот Runoff, весь в поездах. Кроме, опять же, второй и первой линий. Но я не знаю, тут, может быть, будут скоростные сейчас. Да, вот здесь следующим идет скоростной. И на West Creek он тоже должен быть. Да, он сейчас появится. Нет, не появится. Тут не прямо сейчас. Но лучше как бы эти не занимать линии. Первую, вторую. Так, ну этот можно вот до сюда пропустить на самом деле. Фары. Ну ладно, этот до сюда пропустим. Но дальше будет тяжело. Так, а с ярда я пока не знаю. То есть на четвертую, на вот эту, на пятую можно будет выпустить. Но только когда вот этот вот уйдет, а уйдет он еще. Не скоро пока. Так, вот здесь вот этот поезд разворачиваем, отправляем в Industrial Spur. Так, а этот идет на Great Damn 1. Все, здесь все более-менее разрулили. Немножко криво, но ничего страшного. 15 поездов остается провести, и на самом деле они почти все у нас на карте уже, то есть игра подходит к завершению. Смена диспетчера подходит к концу. Так, вот здесь вот, вот этот поезд может идти теперь на Iron Falls 1. Этот поезд идет на Iron Falls 2. Пока вот до сюда. Все. Фух. Фух, здесь стало полегче. Так. Этот поезд идет Кроссвелл 2. Сразу за вот этим.
Так, ой, здесь слишком медленный в тоннеле. Блин, они ведь могут столкнуться. Опасно. Может его остановить, пока не поздно. А ну хотя он сейчас на сигнале остановится. Он что-то начал там останавливаться. Но я боюсь, что сейчас будет авария. Рейд дам любая, един ярд. Да, тут можно вот так вот. А, они просто встали друг за другом здесь. То есть тут между этими участками тоже есть сигналы. Они ждут, когда уберется кто-нибудь. А этот скоро уберется, да? Ну ладно. Так, этот тогда мы проводим вот сюда. А второй вот сюда. Да уж. Сделали столпотворение. А из ярда я вообще не знаю, куда убрать теперь. Из ярда вот сюда можно тогда убрать. На шестую. И тут еще один поезд ожидает, а у нас даже пока... Так, этот поезд пока стоит. Здесь тоже стоит. Да, зря я на шестую отправил. Да, вот так вот напряженно все. Так, а этот идет в Industrial Spur теперь. А, нет. Нет. Waiting Yard. Один. Вот так вот он идет. Так, этот поезд идет в Iron Falls 2. Откроем. Ну вот, мне кажется, уже такой час пик кончился. То есть сейчас провести все, что осталось, и на этом примерно игра закончится. Узнаю, лучше я или хуже провел. Так, Кроссвелл 2 ему надо и выходить. Да, он... Чё? Он поехал явно не на Кроссвелл 2. Его надо развернуть. Industrial Spur, Great Damn Iron Falls. Так, здесь можно выпускать тоже вот таким образом. Кроссвелл 3. Вест Крик 2. Нет, так не надо. Все, под конец они еще едут на противоположные пути, чем особо усложняют ситуацию. Вест Крик 1.
Так, Crossfall 3, но это сейчас должно освободиться. Так, здесь... Здесь все ок. Здесь сейчас освободится. Да, все поезда, короче, развели, кроме вот этого. Ранов 6. Ну, пока не можем его выпустить. Надо пропускать вот эти поезда. Так, а здесь West Creek 1 тоже. Нагружено. Ну и в то же время, да, это концовка, но я не знаю, сколько я очков заработаю за эту миссию, может быть меньше, чем хотелось бы. Так, все, этот можно выпускать вот сюда. Эти тогда ждут. Вест Крик ему надо. А что, он не развернулся? Так, этот идет в Iron Falls 1. А после... Все, эти все идут правильным путем. А, вот этот у меня еще висит. Все, последние поезда. Ну вот, наполучал штрафов. Последний поезд выходит. Оценка 90%. То есть я сделал эту карту лучше, чем в прошлый раз. У меня было в прошлый раз 81%. Но полностью не удалось, конечно, от всех штрафов избавиться, к сожалению. Но есть над чем работать. Спасибо за внимание. Я показал вам режим диспетчера в игре Railroad. Ну, игруха, в принципе, хорошая. Мне нравится. Она пока в раннем доступе. Я думаю, что будет развиваться еще какое-то время и избавляться от различных ошибок, которые иногда встречаются здесь. Всем спасибо, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты, и если у вас есть возможность, становитесь спонсорами на YouTube. До новых встреч, пока-пока.